школе танцев Аргентины начался сезон танго. Время особой музыки и зрелых отношений. Время мужчин и женщин, у которых есть то, что нужно танго. Опыт, чувства, красота и желание жить. Танго – это танец очень элегантный и сдержанный. В нем очень развито мужское начало. На самом деле, вот эта внутренняя эмоциональная наполненность, но в то же самое внешняя сдержанность, элегантная хореография, на самом деле она мужественная, она не похожа на кривляние или еще на что-то. Это танец действительно для достаточно состоявшихся внутренне взрослых людей. Здесь все, как, на мой взгляд, должно быть. Есть мужчина-лидер, есть женщина, которая украшает пару, которая слушает мужчину, которая доверяет ему. Елена и Олег – известные нижегородские исполнители и преподаватели аргентинского танго. Их популярность в танго-кругах уже давно пересекла международные границы. Их танец экспрессивный, объемный и очень музыкальный. Их уроки гармоничные, осознанные и весьма интеллектуальные. Они хорошо знают, что же по-настоящему влечет людей в танго, и ценят это. Привлекает, мне кажется, какая-то новая эмоциональная наполненность. Новые эмоции, которые люди открывают в себе, начинают танцевать. И эти эмоции они не испытывали, наверное, в обычной жизни. Но опять-таки нужно начать пробовать, потому что, как любая эмоция, ее очень сложно описать, ее нужно испытать. Школа танцев для взрослых Аргентина на площади Сенной. Телефон 415-18-10. www.argentinos.ru